Привет, друзья! Меня зовут Евгений Казанцев, и в этом видео я покажу, как можно очень быстро вывести деньги с фриланс-биржи Fiverr непосредственно на нашу карту и сразу же начать эти деньги тратить. Сразу скажу, что из мобильного приложения Fiverr вы не можете вывести деньги, поэтому вы должны открыть сайт Fiverr в мобильном браузере и перевести ваш браузер в версию для ПК. Теперь появляется возможность вывести деньги на наш счет Payoneer. Вуаля, деньги уже по пути к нам. Проверяем сообщение и видим, что мы получили платеж на наш счет Payoneer от Fiverr. Выбираем способ загрузки. Я выбираю мгновенный способ, и стоит такая услуга $3. В свою очередь, если вы хотите стандартная загрузка, она займет 2 дня и будет стоить всего-навсего $1. Проверяем счет Payoneer. Деньги уже зачислены на нашу карту. И вот наши деньги уже находятся непосредственно на этой карте, но в долларах. И поэтому для того, чтобы тратить наши деньги, например, в кафешках, в ресторанах, либо в супермаркете, конечно же, и не платить лишние проценты за конвертацию, мы лучше сразу же выведем эти деньги на нашу карту в местном банке. А о том, как зарегистрироваться на Payoneer и получить такую карту, вы можете пройти по ссылочке в описании и посмотреть вот это мое видео о Payoneer. Теперь для удобства я вывожу деньги со своего счета Payoneer на карту местного банка. В моем случае это PrivatBank и счет, который у меня привязан к карте Payoneer в гривнах. Я вывожу $200, и здесь можно увидеть сумму, которая будет зачислена. Эта сумма указана уже с учетом всех конвертаций и процента за пересылку. Еще раз приходит смс-ка от Payoneer для того, чтобы подтвердить вывод. И в принципе на этом все. В условиях Payoneer сказано, что такой вывод может занять несколько дней. Но на самом деле, на практике, он занимает буквально 20-30 минут. Прогуляемся по набережной Одессы, подышим свежим воздухом, поставим лайк, подпишемся на канал. И вот мы уже видим, что средства зачислены на нашу карту. Ну вот, собственно говоря, и все. Деньги уже находятся на нашей банковской карте в гривнах. Для тех, кто живет в России, эта карта может быть в рублях. И все очень просто. Заняло это буквально 20 минут. Все вместе. Ну вот, в принципе, и все, друзья. Теперь мы можем идти тратить наши деньги и получать удовольствие. Главное, наши. Да, наши. Желаю всем удачи, всем хорошего отдыха, хорошей работы. Работайте мало, зарабатывайте много. Обнимаю всех. С вами был я, Евгений Казанцев, и это канал Freelance Music. До новых встреч!